на работу. Я иду на работу, вот мой участок. Я сегодня впервые работаю один. Егорский меня бросил, заболел, и... В общем, я сегодня работаю один. Да, так что... Ну, я думаю, это все будет хорошо, потому что я, в принципе, справлюсь с своей работой. И все у меня будет просто замечательно. Привет! Ой, так мило! Югуса! Что вы делаете? Давайте рассказывайте, богиня рапортичек моя! Слава! Ты что, реально снимаешь ребят? Да! Ну что там, все? Да, все, пока! Давай, счастливо! Мы остались одни в нашем участке и сейчас будем работать, и не покладая рук. Надо считать эту хуйню. 6 + 5 + 6 + 7 разделить на 4 и получается у нас 6. И набиться до 6. А приоритет первый. О, вот такой хуйней я занимаюсь. И набиваю машинки. А вообще мне осталось работать 4 смены. Работа скучная. Но веселая. Я в здании один остался. Вот, девчонки же все разошлись. Да, в общем, все разъехались, кто куда, а Егор, он без содержания, он сегодня, короче, ну как сказать, его сегодня нету, как-то так, да, вот, ну я пошел работать дальше. Ну вот, смена, в принципе, уехала. Это я. Вот тут такое у меня маленькое окошечко есть. Я туда могу смотреть. Я проводил мастеров, проводил смену. Я могу остаться один. Я, в принципе, не могу остаться, я остаюсь один. На улице холодно. Так что... Вот, видите, нам, беременным женщинам, вход воспрещен, и... Палочкам курить нельзя, как сказал Егор. Ну, мы пошли внутрь. Пойдем внутрь. Вот мы закрываем. И мы во всем здании остаемся одни. Время 21:52. Ну, на самом деле, они немножко врут. Вот здесь никого нет. Они зато утром все приедут работники, а мы остаемся одни. Я закрываю дверь, тут замок не работает. И мне дадут эту хуйню, вот эту, представляете, нахуй это все, блядь, все обрабатывать, блядь, надо будет. Ну, чтоб время не терять, поехали. Буду работать. По ЦПТ 407-574. По КНК 117-167. Вы записали? 117-167, сука! Да! Блядь! Все записали, правильно? До свидания. До свидания. Блять, нахуй, я заебался с этой хуйней, блять. Вот всякие корректировки здесь. Как дела? Что делаешь? К работе готова? Дождь? У нас вроде нету дождя. Нету. Понятно. Ну ладно, у меня все хорошо. Да, уже все закрылся, начал работать, уже все принесли. Угу. Ну ладно, завтра еще позвоню. Давай, пока. Меня честно заебла уже эта работа вообще, вот здесь сюда, вот здесь она у меня уже сидит просто. КНК, сейчас звоню, ну тупая, блядь. Говорю, штабель, блядь, ну что это такое, блядь, нахуй?
Ну как тебе объяснить, что такое штабель? Я сам нихуя не знаю. Ну я не тупой, я просто не знаю, что я там не работаю, а просто передаю им сводку, понимаете? Ну как-то так. Хотя все эти рабочие дела, они не для вас, конечно. Я просто решил снять, как я последние пару смен здесь тусуюсь. У меня через 4 смены уже пиздец здесь не будет. Я уезжаю. Пойдемте вообще чай попьем, а? Потому что я так сильно хочу чая. Аж кончаю, как некоторые говорят. Ладно. Тут окошко, а за окном вообще ночь. Я вот сейчас чайчик поставлю. И вы будете пить чай. Общалка-то так. Позвать? Я буду чай инки даю. Потому что я простыл. Еще раз приходит вот этих дебилов. Еще цирушные. Этого передай, того передай, блядь. Это посчитай. Нахуй. Я вот так не могу сказать, конечно. Просто все это уже заебал. Говори на деньги, блядь. 5000 рублей нахуй, ебать. Ну я очень люблю свою работу. Вот как-то так. Я, в принципе, не жалею, что я устроился на эту работу, понимаете? Ну она скучная, вот единственное что. Сидишь тут один нахуй, нихуя не делаешь. Страдаешь везде. Это, блядь, чё за хуйня, блядь? Я ж нахуй один, блядь! Откуда звук, блядь, нахуй был? Это, блядь... Чё за хуйня, блядь? Какого хуя, блядь, здесь нахуй швабра, блядь, это нахуй делает? Она, блядь, сука, здесь, блядь, не должна была нахуй быть! Блядь, сука... Надеюсь, никого здесь нету. Что-то я не пойму, этой швабры здесь не было. Какого хуя, блядь, она там делает, блядь. Страшновато, правда, здесь одному работать? Пиздец, холодрыга-то какая, нахуй. Твою мать! Блядь. Какого хуя, блядь, я только что ее нахуй закрыл, блядь. Блядь, какого хуя, блядь. Блядь, какого нахуй хуя, блядь. Хуя. Какого нахуй, блядь, хуя, сука. Кто, блядь, это может так быть, блядь. Ебанашки, блядь. Не знаю, блядь. Блядь, сука, хуи, блядь, поотрываю. Блядь, сука. Ой, блядь, сука. Сначала нахуй швабра, блядь, это ёбаная. Хули, блядь.
Что делать-то? Что делать? Я знаю, блядь, что делать! Сейчас мы идем в комнату пацану. Тут наши электрики работают в пиздневку. По ночам здесь никого нахуй нет, кроме меня. Это ванная. Ебать! Блять, нахуй он же был стоял, блять, нахуй же стоял. Он же, блять, не лежал, блять. Сука! Ебаная. Я не прикалываюсь. Я правда не знаю, что за хуйня тут происходит. Я себе палец повредил по-настоящему. Пиздец, да? Просто нахуй пиздец! Что делать? Забиться нахуй в угол, блядь, и сидеть. Мусульманским обычаем татуировку колоть — это грех, нельзя. Связи, конечно, никакой, я не мусульманин, но Кирилла помять. Damn, I'm going.